Меня не зовут, я сама прихожу. Дарья Белова на вашем телеканале. Танцевальный спорт закалил меня на победы и веру в себя. 18 лет решила связать жизнь с журналистикой. Следуя своим принципам «все доводи до конца», пришла в школу радио и ТВ. Получила заветный промо-ролик. И теперь я готова создавать, творить и доказывать, что свобода слова есть. Как вы поняли, планы грандиозные. Итак, позвольте воплотить их в жизнь. В центре Москвы на Шаговке по адресу Лестьева, дом 18, открылся штаб по подготовке телевизионных шпионов. Агенты проходят строгий отбор. В течение 3 месяцев наставники будут отправлять подопечных на спецзадания, чтобы проверить их на сообразительность, стойкость и выносливость. Лишь самые упорные продержатся до конца и получат свой билет в телевизионное пространство. Мы будем следить за развитием событий в данной структуре. С вами была я, Дарья Белова. Добрый вечер! В эфире ток-шоу «Перевес» и я его ведущая Дарья Белова. В жизни так бывает, что физиологические потребности, такие как еда, становятся на первый план. Рутина дня, ссоры на работе, неудавшаяся личная жизнь – все это находит утешение в одном – в еде, не всегда полезной. Чаще всего такой образ жизни приводит к увеличению веса, а иногда к булимии. Булимия – что это? Психическое расстройство или диагноз? В течение часа мы с экспертами постараемся в этом разобраться. В эфире другие новости. В студии Дарья Белова. Здравствуйте. Знаменитый ежегодный карнавал в Бразилии проходит несмотря на эпидемию вируса Зика. Вся страна будет танцевать и веселиться от души целую неделю. Ритмы сальсы, бачаты зажигают в людях страсть. Тот, кто не может похвастаться своими танцевальными способностями, смогут взять мастер-классы у горячих бразильских мастеров. Эпидемия вируса не пугает не только местных жителей, но и туристов. В этом году на красочное мероприятие съехались не меньше 1 000 000 человек.